Привет, народ! Привет всем! Хочу показать рассаду баклажан. Вот, это рассада баклажан. Вот, я купил семечки в магазине. Вот, посадил их. Но я садил их не сюда, я садил специальную такую, такие емкости специальные, такие картонные, маленькие. Купил землю, высадил эти семечки. Даже не думал, что они взойдут. Ну, думал, или мало взойдут. Нет, взошли. Взошли в этих емкостях семечки. Я решил их пересадить в более такие контейнеры, как я лук делал. Вот, лук у меня все еще. Лук еще растет у меня. Вот, еще есть. Некоторые контейнеры лука уже освободился. Я сюда посадил эту рассаду. И попробую посмотреть, что из этого может получиться теперь из баклажан. Вот. Я сажал по несколько семечек в маленькую в эту корзиночку для рассады. И оказалось, зашло. Взошли и по 4, и по 5. Хотя, конечно, правильно нужно было посадить по одной семечке в каждую эту. Ну, не факт, чтобы оно взошло. Ну, ничего. И по 2, по 3 все взошло. Все нормально оказалось. Вот. Я никогда не садил баклажаны вот так. Вот. Ну, посадил. Посадил. Сегодня у нас 6 июня. Погода нас не балует. В этом году лето, 6 июня, и довольно-таки прохладно, солнца почти нету. Скорее всего, это все будет расти долго, наверное. Ну, если будет так продолжаться такая же погода. Если лето, как говорится, выровняется, будет более-менее солнечное, более-менее теплое, то это дело пойдет быстро. Вот, я оставил примерно по 2, даже по 2, по 3, по 2, по 3 рассадинки. Вот здесь вот по 2. По 2, по 3, да. Не знаю, как оно будет. Баклажаны, они же как перец растут. Вот. Ну, посмотрю, пускай. Посмотрю. Вот, они уже смотрятся. Я их вчера... Нет, позавчера я их пересадил. Пару дней назад пересадил из этого рассадника в эти вот ванночки пластиковые. И буду смотреть, как оно будет расти. Как оно будет расти, и буду снимать по мере роста буду снимать их взросление, этих рост этих баклажан. Они еще очень маленькие, только первые два листочка, когда семечки выходят. Вот. Лук, вот то, что получалось, я снимал с лука, когда я садил луковички. Вот лук какой оказался. В конце концов, я уже некоторым раздал уже по целым, пучкам по целым. Потому что я сам его, просто не успеваю поедать, как говорится. Его очень много, он сразу вылез. Вот, тоже долго рос. Теперь посмотрим, понаблюдаем за баклажанами, за их ростом. Как я уже сказал, сегодня у нас 6 июня 2017 года. Вот, посмотрим. Все, всем пока. Всем привет. Это снова я со своей рассадой баклажан. Сегодня уже у нас 16 июня. Прошло 10 дней с моего первого видео из пересадки этих маленьких проростков в эти вот емкости. Вот, пожалуйста, можете понаблюдать прогресс роста саженцев баклажан за эти 10 дней. Вот, пожалуйста, 10 дней. Прошло 10 дней. Сегодня 16 число. Вот какие уже пошли в рост, как пошел в рост эти семечки бывшие. Теперь уже
саженцы. Ну, время все-таки прошло 10 дней, и погода намного улучшилась, уже намного теплее стало, даже жарко. Я вот поливаю, земля уже влажная, и я поливаю их почти каждый день, через день. Вот. Так что вот такой процесс. Красивый процесс роста идет. Баклажан. Вот такие у меня эти емкости пластиковые. Вот. Тоже можно за 10 дней сравнить. Ну, если дальше пойдет лето теплое, жаркое, то как раз все будет нормально. Здесь как раз в этой стороне солнце встает, и все утро и до самого обеда здесь светит хорошее солнышко. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Рассада. Вот такая рассада. Все, что нужно, это хорошо удобренная земля, солнце и тепло. Да, конечно, еще и не забывать поливать. Особенно в таком юном возрасте, как говорится, им нужна вода, влага, как и любому растению. Вот так. Ну все, всем пока, увидимся еще дней через 10 или через 14, посмотрим. Я буду смотреть по прогрессу росту, может быть, это будет даже расти еще быстрее. Ну, я думаю, примерно по плану, примерно сделаю 2 недели. Лук еще растет, лук еще есть. Вот такие баклажаны. Еще маленькие. Еще не укрепившиеся. Все, всем привет. Так, сегодня у нас 26 июня 2017 года. Вот уже прошло время определенное. Вот так смотрится рассада баклажанов. Вот она уже. Тепленько на улице, тепло, хорошо, и она поперла, как говорится. Рассада поперла. Так вот, так вот. Вот таким вот. Вот такая рассада. Так, всем привет. У нас сегодня 5 июля. И вот так уже смотрится рассада баклажан у меня в этих вот корзинах. Вот такие они уже. Вот такие уже крупные. Уже крупные какие. Вот. Вот так она смотрится. Рассада. Баклажан уже огромная. Листья. Вот надо убрать. Эту всякую фигню. Пырей. Пырей растет. Куда ж без него. Убрать его. Вот он тоже здесь присутствует, вот этот пырей. Может, его надо вовремя убирать, да и все. Вот. Вот такая рассада. Огромная, уже большая. Уже такие вот листья большие. Очень хорошие. Очень хорошие. Солнце светит. Дожди идут, я поливаю его. Дни очень теплые. То, что надо. То, что растениями надо, чтобы расти. Ну, буду смотреть дальше, в каком виде будет. Конечно, густовато
посажено. Но у меня нету другой возможности, другого места нету. Пожрут дикие зверьё, пожрёт все. Если я назад на бэк-ярд все отнесу, там где-то посажу, то нужно все огораживать сеткой. А зайцы, короли там, это все зайцы роют все под сеткой. Короче, я решил посмотреть вот так вот, в таком варианте, как оно будет смотреться в корзинах в этих. Пускай растет. Пусть растет. Буду смотреть. В принципе, место есть. Если что, буду подвязывать его. Вот. Так что на 5 июля 2017 года вот такой вид имеет рассада баклажан. Все. Всем пока. Так, это рассада баклажанов. Синенькие или баклажаны. Вот такая уже выросла здоровенная. И начала цвести. Кстати, середина августа, даже трошечки больше, чем середина августа. Вот такой цветочек. Вот такой цветок у баклажана. Вот. Вот тоже. Уже отцвел, наверное. Уже отцвел. Ну что, будем ждать баклажанов. Вон цветет. Вот цветет. Вот такой толстый ствол. Большие очень листья зеленые. И вот такой плотный цветочек. Тоже такой синий, синий цветочек. Вот такой интересный баклажановый цветочек. Хорошие такие, стронг, да? Кто? Рассада? Да. Цветы? Ну да, интересно такое прямо. Просто если бы раньше пикна была, в теплицу их садить. Мне кажется, они их... Ну никогда же я этого не делал. Я вот взял эти семена, посеял. Значит, видишь, какие хорошие? Надо раньше, да, делать, конечно. Вот тоже лезет что-то вот. И цветочек, и это. Ну, я не знаю. А может, так и нужно? Надо посмотреть, как они выращиваются, баклажаны. Может, так оно и будет осенью они. Вот такие вот. Интересно. Я не думал вообще, что он даже вырастет. Вот он уже опал, цветочек уже отцвел. Отцвелся и упал. Такой крупный цветочек. Интересно. Конечно, они так растут медленно. Им бы, конечно, нужно побольше места, солнца. Может, даже просто, что солнца им нужно больше. Вот, видишь, вот оно. Вот отцвелся тоже. И здесь отцвелся. Вот отцвелся тоже, отцвелся уже. Интересно, плоды будут, да, у него? Листья большие, такие крупные листья. Первые, они уже вянут. Может, что и будет. Интересно, хоть бы один вырос. Мне так интересно, я вот видео снимаю с самой посадки, с семян. Как посадил семена и снимаю потихоньку, как оно растет, как оно зацвело. Я в жизни не видел, как баклажаны цветут. Вообще не видел, как баклажаны цветут. А если еще на нем вырастет вот этот баклажан, этот синенький такой, это вообще будет классно, интересно. Я уже думал, если что, буду тут палочки такие вставлять, палочки, чтобы оно поддерживало. Да, оно же упал, же тяжелое, упасть может. Вот такая интересная штука. С такими вот цветочками баклажанными. Ну надо же, а. И главное, еще и растет, еще и лезет тут что-то. Еще и лезет, вот. Листья новые лезут. Интересно, у батьки твоего ты спрашивал? Не спрашивал, надо как-то спросить. Его тоже будет цвести. Вот будет цвести, вот оно лезет, цветочки. И вот цветочек лезет.
Вот цветочек будет цвести. Интересно очень. Очень интересная штука. Знаете, что это такое? Знаете, что это такое за растение? Я вас просвещу. Это баклажаны. Синенькие по-нашему, по-простецки. Вот, уже отцвелось. Наверное, вот это вот будет зависть. Таким вот цветет фиолетовым цветком. Вот. Что отцвелось, а что еще будет цвести. Отцвелось тоже. Может, какие синенькие вырастут еще. Еще впереди, в принципе, сентябрь. Может, за месяц что вырастет. Я вон, получается, что поздновато посадил. Вот так растут баклажаны синенькие. Я вообще думал, не вырастет нифига. Семян посадил. Семена такие маленькие-маленькие были. Вот. И вот такая вот фигня пошла расти. Эксперимент провожу. Вот. Она интересна получается. Главное, растет. Цветет здесь. Отцветается. Ну, наверное, что-то будет. Растет дальше. И дальше цветет. И он еще цветет тоже. Наверное, еще вот будет. Вот, цвести еще будет тоже, наверное. Вот это, наверное, уже. Это, наверное, уже отцвело. Вот. Да, наверное, пойдет уже зависть, наверное, этого синенького. Так, сегодня у нас 4 сентября. Процесс цветения баклажанов продолжается. Погода стоит теплая. Вот на одном растении вверху цветет, а внизу уже пошел процесс завязи. Завязи баклажана. Вот уже отцвелся, и он начинает уже потихоньку завязываться. Еще один растет. Вот здесь. Там букашки ползают, таракашки. Вот, цветет тоже. Вот. И здесь уже отцвел. Будет процесс. Зависть, наверное, уже пошла. Следующий цветет тоже. Вот уже отцветается уже, наверное. Так. Опа. Вот так. Вот. Баклажанчик цветет. И здесь полным ходом. Полным ходом. Цветение идет. Вот. Вот так его показать, да? Красивый большой цветочек. Вот. Так. Фиолетовый. И здесь цветет тоже. Вот. Ну, в общем, вот такие вот экспериментальные насаждения мои. Вот какие уже они. Ствол такой крупный. Растет. Как деревенеет уже прям просто. Вот. Если большой будет баклажан расти, то его надо, чтобы он ствол был крепкий, держал его. Но до большого баклажана доводить нельзя, чтобы он, может быть, вот такой где-то вырос и хватит. Потому что чем больше, тем он будет горчить. Горького нам не надо. Вот такая-то бздюшка сверху сидит. А нет, какое-то насекомое. Вот так. Вот так. Вот так его сфоткаем. Вот так. Вот процесс идет. Я листья уже некоторые пообрывал, нижние. Они слишком крупные. И они пропадают уже потихоньку. Потихоньку пропадают. Вот так.
Вот так. Так, вот эта корзинка, которая одна из корзинок у меня осталась. Я ее прорвал немножко. Все-таки сильно было густо посеяно. А одну я выкинул, потому что густо была посеяна, и она не очень. Вот тоже цветет, процесс идет. Цветение. Вот. И здесь тоже цветет. Посмотрю, что будет дальше. Вот я его прорвал. Как я уже сказал, сегодня 4 сентября у нас. Вот на это время вот так оно все повырастало. Окей, будем дальше следить. Так, сегодня у нас 16 сентября 2017 года. Вот наши баклажаны. Баклажаны в действии. Вот зависть баклажана какая. Вот цветение. Еще цветет. Вот уже отцвелся. Вот. Будет тут зависть, не знаю. Наверное, вряд ли, потому что плохой, не держится. Вот здесь цветет. Здесь зависть. Вот такая пошла зависть. Наверное, не все цветки с завязьми получается. Вот, ну вот такой вот процесс получения баклажанчика синенького идет. Что у нас здесь? Вот отцвели, вот так же, вот они завязи идут баклажанчиков, и вон тоже вот зависть пошла уже, вот, и вот, и вот зависть тоже какая, вот маленькая зависть. Вот она идет. Вот такие они толстые стебли. Вот такие крупные листья. Я часть листьев отрываю, они гниют. Вот еще цветет. Вот еще цветение идет у него. Не знаю, что оно будет, как оно будет середина сентября. Но погода у нас пока отличная. Пока очень тепло. Вот. Ну, эксперимент такой вот с весны у меня идет. С самой весны. Повторяюсь каждый раз, я никогда их не садил. Я не знаю. Чем-то на подсолнух похожи листья такие вот. Здесь они уже такими вот. Тут вот какие-то шершавые, как бы как покрытые ворсинками такими, наверное. Листья крупные. Вот такой баклажан. Вот такая штука. Интересно, хотел бы, чтобы выросла хотя бы такая. Хотя бы вот такая вот бы выросла. Хотя бы не сильно большая, хотя бы такая. Конечно, такому растению нужно крепкий ствол. Потому что если на нем будут один или два или три вот баклажана расти, то это, конечно, ему нужно выдерживать вес такой. А как такие крупные... Вот в магазинах продаются. Вообще здоровенные такие, здоровые, крупные баклажаны. Я представляю там какое растение, какой ствол у него. Вот, ну посмотрим. Если они успеют вырасти к холодам, хорошо. Но не успеют, значит буду знать, что нужно было сажать еще раньше. Хотя у нас с погодой не угадаешь. Вроде тепло, по весне тепло. Растение высаживаешь, а потом раз и морозы. Это все, это облом. Вот, ну конечно, я в этом году их посадил поздновато. Я их уже высадил, на улицу выставил. Вообще-то нужно было их еще в феврале, наверное, в середине февраля высаживать, купить семян, высаживать специальную землю. Вот, сделать с него рассаду и ждать. Ждать тепла. Она тогда уже, рассада уже взойдет, вот такая будет рассадка, и тогда уже хорошо, может быть, в конце марта, если март теплый, то хорошо, в середине марта уже высаживать землю. Вот тогда уже, конечно, баклажаны уже должны уже быть, наверное, в конце июля, тогда, наверное, уже будут баклажаны. Хотя, ну, кто его знает. Вот такая у нас, вот такая у меня. Рассада такая баклажанная.
Вот они идут, вот они, вот все отцвело, и идет зависть. Вот она, зависть уже пошла. Вот так он цветет. Вот он цветет так. Красивым, тоже синеньким. Синий цветочек такой, фиолетовый. И завязывается плод. Завязывается плод, баклажанчик синенький вот такой. Будет такой рост, такой расти. Ну что, все, до следующего видео. Так, всем привет, сегодня 29 сентября 2017 года. Продолжаем наблюдать за ростом баклажан. Вот такой вот баклажан за это время вырос. Прошу учесть, что он растет не в открытом поле, не на слишком ярком солнце. Вот, вот такой вот. Это мой самый первый. Вот до сих пор в таком вот виде он находится. Вот. Так, этот что у нас? Лист плохой, уберем. Вот еще одна зависть пошла. Вот. Есть такое дело. Здесь цветет. Вот уже отцвелся некоторый. Здесь еще в процессе цветения тоже есть. Ну, в общем, цветет. Наверное, будет до самых морозов цвести. Вот такая зависть пошла маленькая. И здесь цветет. Было жарко, в принципе, у нас. Было очень жарко. Листья уже вянут. Вот отцвелось, и там он отцвелась, вот отцвелся. Пойдут завязи. Цветет в процессе. Он растет, главное, растет и цветет. Растет и цветет. Ну, если получится, на следующий год в открытом грунте, на открытое поле надо. Но у нас проблема, у нас зверья очень много. Я не знаю, если я уже говорил это. У нас очень много зверья. Так что эту штуку могут сожрать и суслики, и бурундуки, и сканки, и всякие, ой, другие, еще и олени ходят. Это надо будет, если садить в открытый грунт, то нужно загораживать сеткой хотя бы. Зайцы еще прыгают, так что кому не лень, могут схавать это все. Ну, на данный момент вот такая вот штука выросла. Вот. И процесс роста еще идет. Ну, будем до победного снимать, до победного смотреть, чем это все кончится. Все, всем пока. Сегодня октябрь, 14 октября сегодня. Я не знаю, последнее это или предпоследнее видео, сколько уже его можно делать. Вот такой вид имеет баклажан. Вот маленький такой, медленно растет, уже прохладно делается, уже солнца мало, видите, уже облачность уже. Все-таки ему в поле расти нужно, на солнышке. Вот тоже еще один растет. Ну, в общем, таким макаром большой урожай я не собрал, можно сказать, никакой не собрал. Но для видимости вот такая штука это. Чтобы знать, как оно растет. Может, кому-то покажется смешным, как говорится. Я правда, хотя у нас поля на Украине, вроде говорят, засеяны были этими баклажанами. Ну, естественно, почему бы нет. Что там не попадались никак. Вечно то подсолнух, то кукуруза, то картошка, еще что-нибудь. А баклажаны вот так вот они растут. На следующий год буду думать, может быть, посажу более в открытом. Разработаю, как говорится, вот места много, может, разработаю. Вон щавель растет, смородина уже опадает, листья уже осень, видите, как уже все потихонечку умирает природа. Но это дерево раннее, рано цветет, рано распускается, рано и умирает. Вообще-то вон деревья еще все зеленые, еле-еле только покрываются. Еле-еле покрываются золотом, как говорится. Мы сегодня с Марком косили траву. О, трава прет. Дожди были, тепло, трава сразу прет. Вот, так что
хоста уже отцветается, уже тоже все, уже и капец. Так что вот такие дела. Больше